Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, как сделать активную ссылку на стене в сообщении или в комментарии ВКонтакте. Например, вы заходите на свою страницу и хотите сделать ссылку на какого-то человека или группу. Ну, допустим, пишите: «Ребята, привет! Рекомендую вам группу». Вот. Далее вы должны поставить значок «собака». Ставите значок «собака» и начинаете вводить название группы. Ну, например, я пишу «личный бренд». Вот он появляется. После публикации будет вот так, например. Да? Я уже писала статью с этой группы. То есть, если вы зайдете в эту группу, вы можете сделать вот так. Просто вы скопировали ссылку, заходите на свою страницу и начинаете, например, ее вбивать. Точнее, вставим. Это будет ссылка также активная, она будет иметь именно вот такой вид, но для нашего глаза русскоязычного это не очень красивое название, оно написано HTTPS, какие-то символы, ВКком, очень длинное. Если вы вводите через значок собаку, это очень хорошо воспринимается, да? Вот, личный бренд, сразу понятно. Если на нее кликнуть, вы переходите сразу в группу, да? Хорошо. То же самое вы делаете, если вы хотите порекомендовать какого-то человека. Да, рекомендую вам дружбу с... Ой, простите, так, английский язык. Например, опять ставим собаку, напишу я с кем. Ну, например, с моей сестрой. Вот так щелкаем, да? Рекомендую вам дружбу с Екатериной Громакиной. Некрасиво звучит. Здесь вы спокойно меняете окончание с Екатериной. Громакиной. Вот так. Еще хочу дать такой совет, опять по ссылкам. Вы хотите порекомендовать какой-то сайт. Например, я захожу на свой сайт, нашедети.ру, и хочу вам порекомендовать статью «Увеличение груди у новорожденного». Копируем также ссылку, имеющую вид HTTP. Заходим, рекомендую вам, ну, например, статью. Здесь никаких собак не нужно. Вы просто вставляете ссылку. Видите, она такая очень длинная, занимает целую строку. И появляется на нее, значит, такая картиночка и ссылка. Просто у меня в самой статье не было ни одной картинки, а так была бы какая-нибудь другая тематическая картинка. Для того, чтобы эту ссылку, ссылка нам не мозолила глаза, она очень длинная, вы ее просто убираете, и все, и публикуете. И у вас останется: «Ребята, привет, рекомендую вам статью», например, двоеточие. Все, отправить. И у вас будет активна вот эта ссылка. То есть, кликая по ней, люди будут переходить вот сюда. Да? Ну, давайте попробуем взять какую-нибудь... статью, где есть картинка. Так. Надеюсь, здесь она есть. О, нет, здесь просто видео. Ну вот. Здесь точно есть картинка. Копируем. Да, уберем. Рекомендую вам статью. Да. Вставляем вот так статью. Вот, видите, эта картинка появилась. То есть, если у вас есть какая-то картинка на сайте, вы также их можете менять. Вот, стрелочки у вас здесь есть. Меньше, больше. Да. А саму вот эту длинную ссылку, некрасивую аббревиатуру на английском языке, вы убираете. У меня все. С вами была Громакина Ярославна, блог «Наши дети». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.